Вот мы завтракаем уже. Сколько время? 9:40. Давай поставим. Максик, кутеретики. Что мы тут кушаем? Вот я поставила мисочку рядом с Максончиком. Иногда он там что ложечку берет, ковыряется немножечко. Сегодня что-то мы не хотим. Вот у нас тут кашка, пшенка, пшенные хлопья нордиковские с черничкой. Да, Максик? Ну что мы кушаем? У мамы тут кофе, йогурт, бананчик. Тут у нас еще ягодки. Максик голубичку кушает с удовольствием. Маленькую он чего-то не кушает. То ли она ему кислая, то ли что. Вот, маленькую я съем, голубичку он кушает. Максик, давай, ам-ам. Максик, ам-ам. Ты даже соску уже нашел. Давай. Давай, ам. Вот так, так. Три ложки у нас, да, вот. Я такой кормлю, мне больше это удобно. Максик, здесь и вот такая ложечка. И вот такая с ограничителем. Манечки. Вот такая. Бери, бери ложку, бери. Бери. Какая ложечка у тебя, да? Нет, не хочу. Не хочу. Давай. Ау. Кто там? Кто там? Может, суховасенько немножко все-таки себе присела. Хотя нормально. Давай. Ам. Ам. Вкусно. Вкусно, да, Максанчик? Ням-ням-ням. Да? Ням-ням-ням. Вот такие дела. Так что кушаем, скоро на улицу пойдем. Mm-hmm. Что, оставайтесь с нами. Да, Максик? Вкусная. Вот это артфуд. И голубика. Миссия там. Ничего. Вот так. Угу. Ну, ты, наверное, больше просто зубки погрызь, да, Максон? Mm-hmm. Да? Ничего более. Угу. Так, давай сделаем. Давай, ам-ам. Ам-ам, кто будет? Ам-ам. Максик. Давай, ам-ам. Ам. Авария произошла. Максончик, да что такое? Баночка играется. Это вот, кстати, у нас... Покажи, Макс. Вот такой витамин D. Не покажешь? Мы что-то вон к баночкам неравнодушим. Как называется, Максончик? Ну-ка покажи. Вот так. Педиакит. Витамин D3. Это, кстати, даже, по-моему, Франция, что ли. Это вот мы еще до этого пили Гиганто. Обычный российский витамин D3. Вот, и потом его не стало в аптеках. Я психанула, пошла купила, короче, самое это. Ну, одни из самых дорогих. Вот. Вот такой. Синчик, да. Ну, вот этот хороший. После него у нас даже переизбыток витамина D был. Интересно. Ну, так получилось, короче. Так что, вот, приходится вот такие вот покупать. Ну, он все-таки баночек надолго хватает, поэтому как бы... Вот. Вот такие дела. Всем приветики. Вышли на улицу гулять. Пока выходные с мужем. С ребенком. На улице хорошо, морозно, холодно, все утеплились прям по максимальному. Вот. На улице хорошо все равно. Так что идите гулять. Шикарно просто. Вот. Сейчас зайдем в магазин, посмотрим что-нибудь вкусненького, сладенького, может, тортик какой-нибудь. Вот, пойдем на площадку погуляем, я вам покажу. И потом пойдем домой кушать и спать. Вот, такие дела пока что на сегодня. Так что оставайтесь с нами. Максик, куда мы пришли? О, красота. Что бы такого выбрать? Даже не знаю. Вот мой любимый чизкейк. Рикотта вот это черное, ничего. Что тут еще? Барибей вот этот правый, ничего. С пирожных вкусный очень. Вот этот остатки. Ой, сам себе развлекается. Максик, весело тебе, да? Мама кофе возьмет, попьет.
показать свои луноходы. Вот так они выглядят. Это джок-дог. Вот такие громоздкие, прикольные, на шнуровке. Вот такие какие-то волк. Самый прикол, то, что у них нету ни правой, ни левой. То есть одевай как хочешь. Вот, очень теплые. Я не знаю, что там внутри, короче, пакеты, что там, не знаю. Вот, но они очень классные, очень теплые. Вот с детьми ходить вообще само то. Так что, короче, советую. Что-то наподобие такого. Это вообще супер. Вот такие штуки. У-ху, Максан! Максан! У-ху! Кто катается? Кач! 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 Максик! Как называется? Very Berry? Кисленький, бисквит, ягодки, какой-то там крем, да? Очень вкусно. Максик, ням-ням сейчас будешь кушать супчик, да? Да? Будешь кушать суп? Для Максика. Вот такую пижамку я заказала. В таком пакетике пришло. Давайте посмотрим, померим как раз. Размер, кстати, 92. Это у нас My Girl. Это я на Новый год заказала. Немножко такая, конечно, на вырос, наверное, да, на такую, чтобы посвободнее. Сейчас как раз померим. И вот такие штанишки. Возле елочки. Пофотографироваться. Вот как раз классненько. Максик, померяй. Вот такой мальчик новогодний. Привет, привет. Максан, смотри. Ой, красиво, да? Смотри, какой ты будешь красивый на Новый год, правда? Максик, красивенький на Новый год будет, да? Давай, иди. Давай,
вам свои занятия дома. Fuck with me, you know I get it. I get it. He fine as hell, I hope he get it. I get it when I get it, then I spin it. Ain't no limit to the spinning, cause I handle my business. Fuck with me, you know I get it. He fine as hell, I hope he get it. He with me, cause he know I get it. I get it, cause I get it when I get it, then I spin it. Ain't no limit to the spinning, cause I handle my business. I just came from Dubai, nigga. That's the place you can't fly, nigga. He flew me there cause I'm fly, nigga. He say he hit, he a lie, nigga. You play my songs in your headphones. I get the bread and I head home. 9-11 with the bucket seats. 105, do it bucket late. Birkin bag, that was last year. This year, fuck a bag year. I ain't never had a bag yet. Чик, но мы уже не будем с тобой заниматься на ночь. Ну а чего ты? Все, уходит уже, ищет какие-то развлекушки, приносит мне, давай мне играть. Да, Макс, что там внутри, да? Что там внутри? Вот теперь не знаю, как я буду это забирать у него. Нам спать укладываться. Уже 22:22. Мы еще никак не спим. Давай, Максик, спать и укладываться. Бай-бай будем, да, сейчас? Бай-бай. Всем бай-бай. Всем спокойной ночи. До встречи в следующем видео.